то детки остаются, в принципе, со своей гуттаперчивостью, которая у них дана от рождения. Потому что все мы знаем, что дети и так мягче, чем взрослые. Какие дети приходят на танцы? Разные, самые разные. От гипер каких-то холериков, которые не сидят на месте, которым вот просто не посадишь. Они будут круги наворачивать по залу в разных... Мы летим в небеса, у нас сильные крылья, если вдруг упадем. Give it.